Ремонт дорог в Новосибирске начнут через 2 недели, заявили сегодня чиновники мэрии. Ямочный ремонт будет проводиться как классическим способом, так и струйно-инъекционным способом. Денег выделят столько же, сколько и в прошлом году – 50 миллионов рублей. Но разрушений дорожного полотна сейчас значительно меньше, говорят дорожники. Между тем, общественные активисты сомневаются, что после наступления тепла асфальт на большинстве городских улиц не будет исчезать вместе со снегом. С учетом того, как отвратительно вывозился снег этой зимой, вот через дорогу буквально можем посмотреть на огромные высоты сугробы выше человеческого роста, снег у нас будет таять до мая. Переходов через ноль будет еще много, и я думаю, что на вот этот вот участок дороги можно будет приехать через 2 недели, и картина будет не настолько радужной. Поэтому максимальные разрушения ждут нас еще только впереди. Начнутся они через 2 недели, ну и закончатся, как только вода пропадет.